Однажды из зоопарка сбежал настоящий вампир. Директор, конечно, ужасно разволновался. Все работники зоопарка сбились с ног, пытаясь отыскать беглеца. Правда, этот вампир был ни капельки не похож на страшных чудовищ из Трансильвании. Но все равно, все очень перепугались. В конце концов, решили известить полицию. Нет, его здесь нет. Очень странно, ни одного изображения вампира. Ты хорошо искал? Конечно. Значит, там не все животные. Но книжка называется «Все животные мира». Может, вампир вообще не животное? Может, растение? Из зоопарка? Давайте спросим у Хемуля, на что похож вампир. Бывают плотоядные растения. Вампир точно не растение. Но его нет в книжке про животных. А может, он вообще не живой? Ты так думаешь? Крошка, ну не говори глупости. Если он не живой, то как он мог сбежать из зоопарка? Значит, животное. Но все-таки хотелось бы знать, как оно выглядит. На самом деле, я просто хотел освежить память. Если она мне не изменяет, вампир похож на летучую мышь. На летучую мышь? Говорят, люди ходят закутанными с головы до ног, чтобы вампиры их не укусили. Я бы предпочел доспехи. Представляю себе Снифф в доспехах. Я же не на турнир собираюсь. Слышите? Кто-то стучится. Здравствуйте, инспектор. Вы так запыхались? Еще бы. Бежал со всех ног. Катастрофа. Что такое, инспектор? Что случилось? Конечно, случилось. Это ужасно. Мы все в опасности. Разве вы не слышали, что из зоопарка сбежал вампир? Слышали, конечно. А что с вампиром? Точно неизвестно, но очевидцы утверждают, что вампир направляется прямо в Мумидол. Что? Вампир летит к нам? Да, вдруг он уже здесь. Да, действительно, катастрофа. Что же нам теперь делать, инспектор? Нужно постараться, чтобы вас не укусили. Значит, нужно во что-то закутаться. Хорошая идея. Спасибо, Муми-мама. Может, рыцарские доспехи? Отличное решение. Не знал, что у тебя есть доспехи. Помните, окна и двери должны быть закрыты всегда. Да, это важно. Я-то думала, вы собираетесь его ловить. Конечно, директор зоопарка просил его отловить. К нам уже едут специалисты по отлову опасных животных. А если я первая найду вампира? Тогда беги. Но вы хотите его поймать? А вдруг он тебя укусит? Это мы еще посмотрим, кто кого первый укусит. Мне пора. Нужно предупредить остальных. Постарайтесь не выходить из дома. Всего доброго. Спасибо, что зашли. Будьте осторожны. Инспектор, можно я пойду с вами? Конечно, только держись поблизости. Вампир похож на летучую мышь. Мне тоже так сказали, но не хотел бы я убедиться в этом воочию. С этого самого вечера весь Мумидол с ужасом начал ждать появления вампира. А лицо? Тоже замотаем. Отлично. Наклонись. Что ты делаешь? Глаза не трогай. А в глаз укусят? Нет. Сиди смирно, Сниф. А это что такое? Опять бал-маскарад? Теперь вампир его точно не укусит. А как Сниф будет есть? Он говорит, у него от этого вампира аппетит пропал. А еще он говорит, что нужно закрыть все окна и двери. Не волнуйся, мы все закрыли. Мы забыли про печную трубу. Печку тоже надо закрыть. Послушай, вампир к нам ни за что не заберется. Может, будешь носить этот костюм только на улице? Снять? Не надо, тебе очень идет.
сегодня. Неужели ты будешь ходить в этом на улице? Конечно, буду. Это не доспехи, но лучше, чем ничего. А я не боюсь. Я поймаю этого вампира. Нет, я... Вампир! Вампир прилетел! Он здесь! Привет, вампир! Так тебе и надо! Крошка Мю, перестань! Это я! Меня не проведешь! Ты только притворяешься Снипом! Добрый день, мистер Хемуль. Снус, Мумрик. А вам не мешает эта сетка? Она же неудобная. Ужасно неудобная. Но лучше сетка, чем укус вампира. На вас не похоже, мистер Хемуль. В каком смысле? Я не хочу, чтобы меня кусали. Я не про это. Вы так хорошо разбираетесь в растениях. Я думал, вы знаете, что вампиры не переносят чеснока. Это относится? Думаю, да. А я вот не уверен. Ты, как я посмотрю, ничем от вампира не защищен. Видите? Пожалуй, надо взять на вооружение. Люди веками защищались от вампира чесноком. Больше ничего не нужно. Спасибо, Снус Мумрик. Я себе тоже такие сделаю. Снус Мумрик! Здравствуйте, мистер Хемуль. И вы тоже увешались чесноком. Есть что-нибудь? Поймали? Пока нет. Я вообще не верю в этого вампира. Но он существует. Вчера здесь были люди из зоопарка, всю поляну обыскали. Похоже, все жители Мумидола очень напуганы этим вампиром. Все, кроме тебя, Мумитроль. Ты тоже не очень-то напуган, Снус Мумрик. Если честно, я очень обеспокоен. Хватит обмениваться любезностями, Мумитроль. Пошли. Вперед, бежим. Мумитроль, как родители? Папа так напуган, что весь день сидит дома. Даже двери не открывает. А мама вроде бы ничего. Добрый день! Здравствуйте, миссис Филипьенко. Проходите, пожалуйста. Муми-папа не любит, чтобы дверь долго держали открытой. Понимаю. Муми-папа, вдруг вампир притворился миссис Филипьенкой? Это невозможно. Он бы не прошел мимо связок с чесноком. А, ну да. Мы проводим благотворительную ярмарку. Как интересно. Надеюсь, вы проявите щедрость. Скоро я зайду, чтобы забрать ваши пожертвования. Обязательно, у нас много лишних вещей. Может, отложить все благотворительные дела, пока вампира не поймают? Никто не знает, когда его поймают. Жизнь продолжается. Люди должны проявлять мужество. И с ценными вещами в трудные времена расставаться проще. Понятно. Всего доброго, я еще зайду. Вы такая смелая. Берегите себя, миссис Филипьенко. Кто такой? Ты, наверное, вампир. Понимаю. Ты боишься чеснока. Папа! Папа! Ты не мог бы подойти на минутку? Что такое? Что случилось? Здесь вампир! На кухне! Что? Что ты сказала? Куда ты, дорогой? Спасайся! Мы дома. Папа, что случилось? Вампир здесь, в нашем доме. Что? Мама? Ты в порядке? Вампир на тебя напал?
Это оказался такой симпатичный вампир. Смотрите, он ест блинчики. Нужно отправить его в зоопарк немедленно. У него такая милая мордашка. Мама, а вампир точно тебя не укусил? Какие глупости! Он вообще не кусается. Он хороший. Не понимаю. Обычно люди не говорят, что вампиры хорошие. Муми-тролль, что ты хочешь сказать? Я слышал, что если тебя кусает вампир, ты тоже становишься вампиром и начинаешь защищать первого вампира. Но он меня не кусал. Муми-тролль, неужели я похожа на вампира? Муми-мама, что мы теперь будем с ним делать? Я подумала, может, пусть он пока поживет на кухне. Ты это серьезно? А почему бы нет? Там тепло. Только пусть сидит в банке. Но не все время. Если ты думаешь, что я буду жить в одном доме с вампиром, ты ошибаешься. Когда мама будет его выпускать, идите на улицу. Только окна не открывайте. Но вампир — это опасно. Папа, а может быть, на свете просто существуют разные вампиры? Может быть, это такая порода вампиров, которая вообще не кусается? Все-таки вампиры плохо изучены, они же не пытались нас укусить. Это правда, но... Я никому его не отдам. Это маленький беззащитный зверек. Муми-папа, муми-мама, спасибо за все, я, пожалуй, пойду домой. Пока! Инспектор! Инспектор! Здравствуйте, миссис Филипьенко. Вы уже поймали вампира? Боюсь, что нет. Вы должны поймать его до того, как начнется ярмарка. Обязательно. Обыщите весь мумидол. Можете на меня положиться. Мне пора. Нельзя прерывать поиски. Вряд ли он справится. Какой же ты милый малыш. Просто очаровашка. Хочешь что-нибудь поесть? Ну, пойдем посмотрим. Вдруг там еще джем остался. Пошли. Мама! Да, дорогой? К нам Хемуль пришел. Тогда пригласи его войти. Я сделаю малышу Дракуле бутерброд с джемом и приду к вам. По-моему, Хемуль побаивается к нам заходить. Я, кстати, тоже. Какие глупости! Довольно взглянуть на малыша Дракулу, чтобы понять, он никогда никого не укусит. Все равно, мы, пожалуй, посидим на крыльце. Хорошо, я принесу вам чай. Спасибо, дорогая. Мама, заходи. Фрёкин Снорк хочет посмотреть на малыша Дракулу. Конечно, заходи. Интересно, куда он подевался? Наверное, сидит на кухне. Какой симпатичный вампирчик! Скажите, а кто-нибудь знает, что у вас в доме живет вампир? Конечно, нет, мистер Хемуль. Если кто-нибудь узнает, его заберут обратно в зоопарк. Может, так будет лучше? Ни за что. Мы заботимся о наших гостях. Дело в том, что все в Мумидоле думают, будто вампир на свободе, и все очень боятся, а бояться-то нечего. Надо как-то дать знать, что бояться нечего. Непростая задача. Инспектор! Что такое, муми-папа? Можете снять чеснок, инспектор. Мы нашли вампира и закопали его глубоко в землю. Не может быть. Это правда. Можете сказать всем в Мумидоле, что бояться нечего. Ура! Молодец, муми-папа! Отличные новости! Вы настоящий герой, я позабочусь, чтобы вас наградили медалью за мужество. Нет-нет, это лишнее. Мне нужно бежать, рассказать всем, что бояться нечего. Ура! Вампира поймали! Ура!
Кто-то стучится. Скорее спрячь куда-нибудь нашего Дракулу. Действительно. Не вздумай укусить папочку. Тише. Здравствуйте, миссис Филипьенко. Здравствуйте. Надеюсь, вы все подготовили для благотворительной ярмарки. Дети помогут мне отнести. Да-да, я все выставила на стол. Проходите и взгляните. Какая чудесная погода. Не сходить ли мне прогуляться? Это, конечно, мусор, но не разбейте ничего. Хорошо, мама. Дракула, малыш, где ты прячешься, милый? Мама, что ты делаешь? Ищу вампирчика. Папа куда-то его спрятал, когда пришла миссис Филипьенко, и я никак не могу найти, куда именно. Может быть, спросим у папы? Дело в том, что папа тоже куда-то подевался. Я помогу. Мы быстро найдем вампирчика. Папа никогда не умел ничего прятать. Мы везде искали. Очень странно. Придется все-таки отыскать папу и спросить у него. Папа! Наконец-то! Мы тебя заждались. Где ты спрятал малыша Дракулу? В кувшине. А куда подевались вещи со стола? Миссис Филипьенко заходила с детьми. Они забрали вещи на благотворительный вечер. О нет, и кувшин с крышкой тоже. Да. Папа, ты спрятал вампирчика в кувшин. Что случилось? Куда вы торопитесь? Снос Мумрик, бежим с нами, скорее! Куда? Может быть, они еще не снимали крышку с кувшина? Это наша единственная надежда. Куда же я подевала ваши вещи? Ах да, вон там! Вот он, миссис Филипьенко. Этот кувшин оказался на столе по ошибке. Мы хотели бы забрать его обратно. Ну, что я могу сказать? Скорее. Есть. Дай мне заглянуть. Вы что-то там забыли? Да, маленького котеночка. Ну что? Пусто. Пусто? Миссис Филипьенко, кто-нибудь открывал эту крышку? Я точно не открывала, но дети могли открыть. Он сбежал. Он наверняка где-то в доме. Давайте его поищем. Вы не против? Нет, нет, что вы. Нам лучше разделиться. Я нигде его не вижу, папа. Я тоже. И у меня ничего. Давайте я помогу. Не беспокойтесь, пожалуйста. Но я знаю этот дом лучше, чем любой из вас. Я смогу помочь. Очень любезно с вашей стороны. Только непонятно, если вы ищете котенка, почему вы ищете его на потолке? Наверное, пришло время во всем сознаться. Понимаете, миссис Филипьенко, на самом деле мы ищем не котенка, а вампира. Вампира? Он был в кувшине? Значит, у меня в доме сейчас вампир? Мы очень стараемся его найти. Вы солгали инспектору. Вы сказали, что закопали вампира. Как вам не стыдно лгать полиции? Простите, пожалуйста. Вот он, под диваном, прямо у вас за спиной. За спиной? Миссис Филипьенко! Все хорошо, не бойтесь. Это никакой не вампир, обычная летучая мышь. Ты уверен? Конечно, просто летучая мышка. Точно, точно! Точно, точно! Я никогда не видел вампиров, зато я видел много летучих мышей. Это летучая мышь. Так, так. Миссис Филипьенко, вы дома, миссис Филипьенко? С вами все в порядке, миссис Филипьенко? Миссис Филипьенко. Может, она ушла? Вы дома? Наверное, придется зайти попозже. Безобразие. Добрый день. Инспектор, это вы. Что это вы здесь делаете? Мы собирались пойти в муми-дом и выразить муми-троллям свою благодарность за то, что они избавили нас от вампира. Хотели устроить праздник. Праздник.
Пойдемте с нами, инспектор. Пожалуй, не откажусь. Я все равно собирался к мумитроллям. Мне сообщили, что вампира наконец-то поймали и водворили в зоопарк. Что? Как поймали? Мы думали, его закопали. Все это очень странно. Муми-папа мне вчера ясно сказал, что они поймали вампира и зарыли в землю. Значит, сбежало целых два вампира. Нет, из зоопарка сообщали только об одном. Давайте пойдем в муми-дом. Пусть они нам сами все объяснят. Да, пойдемте. Пусть объяснят. Пойдемте. Муми-тролли не знали, что им делать и как объяснить соседям про второго вампира и его таинственное исчезновение. Поэтому, прихватив малыша Дракулу, они сели на корабль и отправились в путешествие. Муми-тролли надеялись, что к тому времени, как они вернутся, люди забудут про историю с вампиром.